Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, и я живу в деревне. Сегодня 23 августа, и я вам покажу, ну так, хозяйство немножечко, как оно у меня без присмотра. Где-то с 20-го, вот так вот, некоторые обрывочки собрала вместе, покажу вам. А то действительно переживаете, я живая, ну не сильно здоровая, но живая. Вот так вот, приятного просмотра. По моим подсчетам, сегодня 20 августа идет 20-й день. Я вижу то ли наклев, то ли не пойму что. Ну вот, смотрите, они немножечко, по-моему, наклев. Ну вот, убегала. То ли она убегала их остужать. Видите, впереди, мне кажется, наклев. Они их что-то выкатили, раскатили. Я не буду вмешиваться совершенно точно. Никак не разделять. Ничего. Единственное, что я могу немножечко их отделить от петухов. Если что-то там какая-то агрессия будет, я поставлю сюда какую-нибудь решеточку. Ну, загородочку сделаю им. И все. Ничего, квохчут как-то. Так. Давайте закатывать. Молодец, умничка. Ну все, молодец, молодец. Так вот. Все, охладили. Греть дальше. Молодец. Вот она хорошая какая. Молодец. Ну вот, начинается. Так и знала, что что-то здесь не то. Не туда они опять несутся. Пойдем, град начинается. Давай. Цепляйся. Маська, конечно, Маське уже не нравится, что она уже сосет ее, она ее, она и в прошлый раз Нюшу уже отгоняла, не давала ей сосать. В общем, тут такой естественный процесс, разберутся сами. Меня застеснялись. Так они вокруг нее хороводами хороводят. Мне кажется, она у них какая-то вот эта белая главная. Ух ты! Хитрый какой. Ух ты! Ух ты, хитрый какой. Смотрите, петух пошел туда. Петух пошел туда к курам, где куры сидят, и второй пошел туда. А что они туда пошли? Эй, вы что туда пошли? А зачем они туда пошли? А? Смотрите. Что-то проверили, сходили. Вы что-то ходили, нечего вам там делать. Сходили, что-то проверили.
Ладно, оставайтесь. Или знаете, что вот бросила траву цыплятам и пришла обратно. Вот не знаю, смотрите, я вырываю томаты из теплицы, потому что, ну, они уже все равно не созреют. И вот думаю, что я бросила курам-то, цыплятам. Может быть, и нельзя, и ма. Смотрите, какие уже большие стали. Хорошие. Хорошие. Он дюшонок, это самый старший из этих. Видите, вон какие уже большие. Видите, как сыро здесь, дожди. Ну, что делать-то? Можно помидоры, нечем кидать. Вообще, если они клюют помидоры, и зеленые, и всякие, то, может быть, ничего страшного. Вот эти рябы и курочки есть, петухи есть, курочки. Я по гребешкам вижу. Видите, вот этот петушок гребешок, а вот это без гребешка курочка. Красивые, мне они нравятся. Они Гришины. Красивые, будут украшать. И вообще такое пёстрое стадо будет. Ой, как красиво. Прям чувствую, что будет очень красиво. Все. Единственное, что вот эти вот амируканы, они несут мелкие яйца. Мне это не нравится. Ну, может, покрупнее потом будет, но все равно такие крупные, как вот несут те несушки. Мне кажется, не будет. А может и будет. Они же помеси. Да? Да? Так вот они сытые. Время уже 2 часа, видите, они не доели даже корм. Нормально. Сытые, подрастают. Какие-то помидоры я им кидаю. Картошку я пару раз отваривала. Потому что куда ее девать? Она у меня это, ну, уже портиться начала. То, что я ее, допустим, не продала, сама не съела. Ну, хватит орать, разорались. Индюшка сегодня, вот, которая поменьше возраста, вон та, дальняя, вон та, снесла яйцо сегодня. Вот только что я проверяла их. Смотрю издалека, посмотрела. Сейчас белая курочка вон вышла гулять. Ну, правильно, надо пройтись немножечко. Промяться, покушать, да? Молодец, курочка. Попить водички. Давай, давай. Видите, какую я им куртку утеплила, потому что на улице по ночам уже 13, вот так вот. Я думаю, что все равно там тепло. Потому что, во-первых, стенка к теплице одна, на ночь я теперь стала закрывать теплицу. И еще и 2 курицы греют. Так что... Вот красоточка. Вот ты молодец какая. Сонушка такое. Ой, она. Красоточка. Вот она. Мамочка скоро будешь. Мамочка. Да? Мамочкой будешь скоро? Хорошая курочка. Затихли все. Сейчас у меня здесь находится еще месяц, потом их в суп, а потом сюда индюков. Надо еще пособрать томаты немножко. Вон 2 конфетки еще висят, смотрите. 2 конфеты. Последние конфеты Западной Вирджинии. Видите, какие. 2 конфеты. Вот эту, наверное, семена возьму. Потрескалась немножечко. Причем вот эти томатики выросли сами. Прямо на земле так и валялись. И похоже, это что-то такое зеленого цвета. Думаю, что-то вкусненькое. Я сама сюда съем. Вот что-то тоже тут такое. Смотрите. Вот эти тоже томатики выросли сами. Вот. Это тут самосевом что-то выросло. Фасоль сушится овощная. Ой, которая, ну, которая зерновая. А сейчас я иду проверять. Сегодня должны вылупиться цыплята. Сегодня должны вылупиться цыплята. Как тут что, кто поведет себя, не знаю. Потому что, предположительно, 1 числа они сели. Ну, покажите, девчонки.
Ой, Тимой, Тимой, золотой мой. Ой, ты какой золотой мой. Иди давай, давай. Давай к мамке, давай, давай, давай. Ой, ты золотой какой. Ух ты, цыпленок. Ты какой, ух ты. Покажись еще разочек. Ну, давай еще. Чего ты косишь? Ну-ну. Цыпленок. Ай. Сделаю скрин, вам порадую. На превьюшку поставлю. Ой, ты какой цыпленок. Все, давайте пригреться. Все, молодец. Умнички мои. Не знаю, сколько выведут. Один вывелся уже хорошо. Так, теперь что? Вы что? Что вы будете делать? Ладно. Здесь я, смотрите, как тепло им сделала. Будет хорошо, у них тут тепло пока. А потом я их туда в сарайчик и всех под лампу. Всех вместе, конечно, с девочками, с курочками. Так. Пищать не могу. Ну что вы? Ну где вы там сладкие? Чего мои, что ли, вон какие? Ну что вы такие? Только я к вам залезу немножечко. Ну что вы такие? Ну давайте. Бегите, бегите, прячьтесь от меня. Ну что это вы на один заблудился маленький? Ну-ка давай к родителям. Иди к мамкам к своим беги. Ну что ты? Вот давай. Вот и все. Ну вот и все. Ну вы давай прячься иди. Прячься давай. Иди грейся. Грейся. Молодец. Вот так вот. Ну все. Ну и все. Ну и все. Ой, 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 ой. Петухов я, конечно, убрала отсюда. И эту дуру тоже, куру последнюю тоже. Где-то тут вот одно яйцо еще осталось. Я сейчас забью, она снесла тут. Может, она тоже бы, конечно, села. Но что-то я тоже ее убрала. Думаю, мало ли что. Ну что? Ну что? Ох, какие у них тонкие ножки. Какие они сладкие, маленькие. Какие они крошки. Ну и молодцы. Ну и все. Знаете, вам еда у вас тут есть. Я специально такую дробленочку мелкую. Не стала никакой ПК-5 покупать. Думаю, как-нибудь они тут найдятся. Ну, давай, не возмущайся. Пошла. Я пошла. У них тут нормально, тепло. Все. А кому понравилось мое сегодняшнее видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями, пишите добрые комментарии и заходите почаще в гости. Пока-пока. Что там давайте проверим, а? Дождик на улице. Дай-ка я хоть скорлупки вытащу из-под вас. Где там кто? А, ну-ка. Там еще яйца есть. Водичку ты пей. Эй. Вы воду хоть пейте. Эй. Три штуки, что ли, всего. Нет, побольше, наверное. Водичку-то как-то надо же им пить. Вы что такие? Ну-ка, знаете, пейте воду. Сюда поставлю, чтобы они не перевернули. Беги. Холодно, что ли? Такие малюськи. Как эти. Как эти. Господи, маленький-то, перепела. Ну вот, давайте сюда вам. Давайте, ешьте. Давайте, ключи, ешьте. Что же вы будете всех ждать, что ли? Давайте, кушайте что-нибудь. Не надо тут бегать, иди. Вот, молодцы. Все, не научи вас. Сами не догадаетесь сроду. Давайте, ешьте. Что это такое? Мамки, главное, сидят себе и сидят. А вам-то есть надо и пить. Вот так вот. Насыпала нечаянно. Нечего вылазивать. Не вылазивай. Никуда. Вот, давайте, ешьте. Молодцы. Вот они.
Давайте. Вот хорошие. И вот, вот они, вот они. Это беленький еще видела. Такая же, как эта беленькая. Вдруг это девочка. Ну-ка, давай, выкатилась. Иди, вот тебе. Ну-ка, на. Ну-ка, что тут? Не наклевано ничего. Ну, ладно. Посмотрим. Ешьте. Вот так. Молодцы. Оставайтесь. Хорошие.